Первый жест давайте сегодня повторим. Это я в четырех вариантах. Я одной рукой. Локоть не завышен и не висит. Я. Второй жест. Я двумя руками. Прошу прощения, правая всегда сверху. Потому что, как вы знаете, дальше, если идет обращение, обычно обращение идет по правой рукой. Следующее «я» — это удивление. «Я?» И последнее «я» — это утверждение. Очень гордо, с поднятой головой. «Я». «Ты» — с шагом. «Мой» — жених. «Ты» — меня. Поцелуй. «Это» и вот это все мое. Локти подняты очень крепко, с порывом вперед.